Ребята, всем привет! Это цветущие апельсиновые деревья. Насколько важен подход? Правильно? С того угла, с которого ты смотришь на мир, мир отзывается себе, отзывается и отвечает. Хочешь видеть красоту, любовь и благородное вот это вот место, оно тебе открывается. Не сразу, но открывается. Я сегодня около апельсиновых деревьев. С вами Валерия из Валенсии. Валенсия — это богатый фруктовый край. Богатый своей природой, своим искусством и, естественно, ароматом, апельсиновым ароматом. Цветут апельсиновые деревья, богатство и красота невероятная. Сегодня ветер, прохладный день, конец марта. Надеюсь передать вам это могущество, эту любовь, материнскую любовь природы, матери природы. Насколько она велика, насколько она сильна. Просто насладиться. Насладиться этой красотой. И тишиной.